Приветствую смотрящих, всем здорово, и сегодня будет ролик про некого чела с ником Пемп. Сразу заранее скажу, что у типа шмот Fuller 8R, плюс 9 пуха, по-моему, точно не знаю, может больше. Круг вроде бы 5, 6, что-то такое, несравненка, и там где-то по нигу камни, гравы и тому подобное. У нас, как вы очевидно понимали, ну, мой шмот вы знаете, у Слиперона это просто плюс 10, все, больше там ничего не было. Вот, и очевидно этим сикером можно было шотнуть и мистика в 70% хп просто под запал, и этого танка, который падает от моего мистика, там сикер Star 8R, извините меня. В общем, хочу просто сделать то, чтобы вы посмотрели на данного типа, если вы его знаете, и как-то сформировали о нем свое мнение. Все знают то, что этот чел фармит фул свою жизнь какие-то данжи, и в PvP вообще ни одной ногой, даже 1x1 вроде бы вообще ни с кем не дерется, даже и не дрался. Сами знаете, где он играл в последнее время и что он там сделал. Ничего нахуй в плане PvP. Так что приятного просмотра, также розыгрыш на сколько там, 30 уже миллионов, может чуть меньше, больше, не знаю. Это первое место плюс 5, 9 училков второе место и третье место это 3 промокода по 20 голды. Для участия это подписка, лайк и комментарий, все в принципе с вашим никнеймом. Приятного просмотра и кайфуйте. Не прибавилось, вот, ну ладно, тут на 50 физы, на 50 магатаки, ой, защита прибавилась. Стоило ради чего потеть. Блять, под фул бафами пришел. Блять, вдвоем еще. Давай. Блять. Это клоуны. А тебя пиздят? Пытаются. Два клоуна. Приколдес. Сейчас пробьют по я. Да. Там еще на крит повезло. А челы вдвоем что-то пытаются сделать. Ну, слабо в жизни не пробил, очевидно. Слабенько, слабенько. Да хз, он супер слабый. У него шмота что ли нет, то не знаю. Вообще не бил по мне. Я думал, хоть чар одевает. А, видимо, нет. Ух, потеют, потеют. Вдвоем. Красавцы, ребят, красавцы. Может быть, в будущем, как говорится, научитесь по одному играть. Наверное, жаль, не научитесь, да. Ибо челам весело. Так чел даже боятся один на один, очевидно. Понимают, что не вывезут. Красава. А меня почистили с первого. А у тебя нет чистки, да? Нет, ну вы же ад без меня прошли. Понял. Кисов 1x1 вызовет. Не вызовет, чел, он же слабый, видишь, он не может 1x1. Если бы он что-то мог, он бы на своем чаре что-то делал один на один, а не на чужих. Сори, пришел за стена, сосал член. Что? Мне он больно бьет, у меня магдефа нет нихера. Ну, понятно. Этот мусор 1x1 убил бы. 1x1 в жизни не убил бы, чел. Че, квест, да? Я говорю, он только с подружкой может своей. Думаешь, он 1x1 что-то сможет сделать? В next жизни только. А смотри, типа крутой, только когда у меня на силфах, да? А так не смог бы, да, друг? Да, сразу. Сори, понимать, что не вывезет один на один.
Сейчас же 2x2 было. Чел, сравни шмот с Ивнапа, у которого, блядь, 70 упыри. И шмотки, блядь, 80 уровня. И их шмот. Да хз, он супер слабый. У него шмота, что ли, нет, я не знаю. Вообще не бил по мне. И поймешь, что, типа, блядь, я могу позвать кого, не знаю. Того же Пова, нахуй. Мы и то их трахнем. Пов просто шотнет нахуй этого долбоеба на тумане. А танк пососет член. Просто потому, что он бездарный. Здорово. Он убивает во сне. Да, во сне убивает. Сейчас спать и выйду. Или АФК чел стоит, все шмотки снял, и он его убивает и говорит, вот, я крутой. Со сброго фармичами, с другом, что бьешь на связь. Зачем? Ты выебан без шансов. Может быть, next а что, сможешь что-нибудь сделать.